Добрый день! Видео приготовлено специально по заказу F-магазина. И у нас сегодня распаковка большой посылки. Давайте посмотрим, что здесь приехало. В принципе, заказывал немного, а потом что-то хотелось еще. И еще. И все время дозаказывал, и вот дозаказывался. Получилось вот такой огромный коробок. Товарный чек. Варуна. Простая еще старая варуна. От Pantone 21 4 дюйма. Также заказал джиг головки. На крючке Гамакацу от компании Мармыш. Ну, тут вот 4.0. Такие же у меня тут и 4.0 10 грамм, 12 грамм. Такие же у меня и 5.0. Тоже 10 и 12 грамм. Даже есть 8 грамм. Еще одна Аваруна. Это теперь уже Аваруна Эва. 4.5 дюйма. Щучий цвет. Чем больше красного, тем ей, по-моему, лучше. 4,5 дюйма, еще одна пачка. Аваруна Эва. Так, кусок оторвался чека. Здоровенно. Блесна. От компании Maps. Вот она. Это у нас XD. Золотой окраски. Второй номер. Весит она 5 грамм. Ну, такой онлайн лепесток. Крепление. Вещь неплохая. Все-таки я избавлюсь от этой коробки, положу все на стол, а потом расскажу. Вот там все здесь. Рыболовное барахло. Вот, ну, вот они, оставшиеся. Джигшар 12-10 грамм уже 5.0. Еще 10 штук в упаковке. Все очень выгодно покупать, тем более с хорошим крючком. Еще у нас Аваруна Эва. Вот в этом уже знаменитом цвете. Он и дороже у них продается. Еще Аваруна простая. 422 в цвете. Так. Это у нас пленка осталась. По резине. Big Baits. Big Bait. Ну, большая, конечно. От Yara Baits. Резина. Это называется Big Buster. Что в переводе означает большой колотун. Ну, здоровенная, 18,5 сантиметров. Пытаюсь не отставать от более молодых конкурентов. Так, ну и еще один Big Bait уже поменьше. 6,3 дюйма. Новинка от Hitfish Stalker. 16 сантиметров. 33 грамма. Так, все пытаюсь найти колебалку, известную. Черноспинку, которую выпускали ленинградские мастера, и потом форму и секрет изготовления утратили. И вот что-то похожее я нашел. Каждый раз пытался. Говорят, что они восстановили полностью форму. Тогда это будет еще одна бомба возрождения. Если они действительно восстановили форму этой блесны. Компания Мистер Кро. Так, у нас Гамакацу, джиг-головки. И завершает. А, еще не завершает мою распаковку. Вот еще блесна у нас. Одна. Это не зацепляйка. 14 грамм. От Strike Pro. Скорпион. Скорпион, да? Сингл. Такая вот. Должна быть неплохая. Далее. 4,5 дюйма. Новинка. Цвет от Kitage. Новый цвет. Ну, я не выдержал и взял.
Люблю эту приманку. Вот такой. Smoky Yellow, по-моему, называется. Желтый с сигаретным дымом. Ну и вот. Вот эта штучка. Это костюм от Narfin. Мне очень он нравится. Это у меня уже будет второй. От Narfin. Райн он называется. Сколько я их не перепробовал. Люблю рыбачить. Заядлый грибник в дождь. Почему в дождь? Потому что у нас тут и лес один на всю область. И на рыбалке полно всегда народу. А в дождь немножко поменьше. Поэтому вот непромокаемый костюм рекомендую. Ни один, я сколько не пробовал, не служит столько, сколько служит этот. Либо он не дышит, либо он промокает. Что-нибудь такое, что-то. А в этом все нормально. Он и дышит, и не промокает. И можно целый день ходить под довольно сильным дождем. Это уже проверено. Вот на этом все. Спасибо за просмотр. Спасибо F-магазину. До свидания.